Всем привет, дорогие друзья! Нахожусь на Малой Якиманке, как гласит заглавие, перед концертом. И соскучилась, конечно же, давненько не выходила в эфир. Рада всем вам. И вот начинаю трансляцию свою с такого храма очень красивого, который находится непосредственно на Малой Якиманке. И, соответственно, рядом с клубом, в котором сегодня будет проходить концерт, посвященный юбилею группы «Шанхай», с которыми мы дружим уже давно. Вот, и, конечно же, светлая память Валерия Долженко. Вот непосредственно подхожу к клубу. Всем привет! Название клуба вы видели в афише. Еще разочек продублирую. Кински Руж. Добро пожаловать. Клуб, хочу сразу сказать, необычный. Вот такой перепад света. Вот. Ну и, собственно говоря, проходим. Музыканты уже потихонечку собираются. Антон уже приехал, и нам предстоит саундчек, репетиция, по-русски говоря. Вот. Ну, собственно, здравствуйте. Вот таким вот образом сегодня именно здесь состоится мероприятие, на которое из других городов также едут артисты, музыканты, ну и непосредственно те, кто дружит с группой «Шанхай», и те, кто живет в городе Москве. Вот, всем прекрасного вечера и до встречи в клубе, на концерте. Кто еще успевает, пожалуйста, присоединяйтесь. А также в прямом эфире, я надеюсь, успею и получится сделать еще сегодня включение. Так что до встречи в эфире.